В нескольких километрах от Амурского моста на полотне Транссибирской магистрали при невыясненных обстоятельствах погиб 26-летний хабаровчанин. То, что мужчина был сбит поездом, сомнений нет. Полицейские устанавливают, каким именно. Сообщение в дежурную часть пришло от машиниста грузового состава, следовавшего со стороны Хабаровска. Железнодорожник доложил, что наблюдал на перегоне Покровское-Приамурский изувеченное человеческое тело. Останки лежали в непосредственной близости от рельсов, а их часть прямо в колее. Это было в 15:30. Позже было установлено, что в 15 часов мужчина еще был жив, он звонил супруге. За те 30 минут, которые разделяли обнаружение тела и последний телефонный разговор, по перегону проезжали как минимум два состава. Однако машинисты не докладывали ни о каких ЧП. Характер травм позволяет предположить, что потерпевший не шел по путям, а скорее лежал на рельсах или бросился под вагон. Сотрудники транспортной полиции начали проверку, в ходе которой установят, был ли это несчастный случай, суицид, или же речь идет о криминале. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.